Привет! Это новая диджитал-сим-карта от Билайн. С ней можно самому выбрать любой номер и тариф. Давай узнаем, как ее активировать. Скачай и установи приложение «Мой Билайн». Достань симку и вставь ее в смартфон. Открой «Мой Билайн» и отсканируй этот QR-код. У тебя отобразится список всех доступных номеров и их стоимость. Выбери тот, который нравится, а затем подходящий тариф. Теперь нужно согласиться на сбор информации. Отсканируй удостоверение личности того, на кого будет оформлен номер. Обрати внимание, документ должен лежать на ровной поверхности и на нем не должно быть бликов. Пора пройти биометрическую аутентификацию, сделать фото и немного подождать. А теперь дать согласие на сбор и обработку персональных данных. Если выбран платный номер, нужно привязать карту для оплаты его и тарифа. Если все прошло успешно, приложение отправит подтверждение регистрации. Вот и все.